Всем привет! Сегодня хотел рассказать про пилу Зубр, которую я приобрел. Успел уже ей распилить 4 полотна по длине. Перед просмотром видео поставьте, пожалуйста, палец вверх, подпишитесь на канал. Это погружная пила Зубр. Что я отметил из плюсов по этой пиле? Значит, из плюсов это то, что можно здесь выставить глубину и зафиксировать ее. Например, выставили глубину, флажок выставили, у нас зафиксировалась глубина. То есть для этого нам не нужно покупать какие-то дополнительные приспособления для того, чтобы у нее фиксировалась глубина. Значит, из плюсов. За цену в 15 тысяч в комплект идет две шины, которые стыкуются между собой. Одна шина 70 сантиметров. То есть две шины получается у нас 140. При помощи шин также можно пилить дверные полотна по длине, торцевать широкие доборы по ширине и так далее. Вот. Чем удобна фиксация глубины? Для встраивания, например, пилы в верстак, чтобы распускать доборы. Вот. Из минусов. Ну, также из плюсов еще забыл добавить. Есть угол наклона. Он фиксируется, но его нужно, наверное, регулировать, выставлять. Вот. Я его использовать не планирую, вот, поэтому он мне не нужен. Рукоятка здесь идет прорезиненная. Здесь и здесь. То есть, когда мы держим пилу, у нас руки не скользят, очень удобно. Вот. Из минусов по пылеудалению. Не очень удобно пылеудаление здесь. Изначально здесь стоял какой-то патрубок загнутый, я его вытащил. Вот, не совсем удобно. В комплект еще переходник какой-то шел, то есть конкретно куда вставляется шланг, здесь продумано не очень удобно. Возможно, придется какие-то доработки делать. Дальше. Вот это окошечко в идеале нужно закрывать, то есть либо наматывать, налеплять скотч, либо кто занимается изготовлением изделий на 3D принтере, заказать вставку. Снизу у пилы здесь скос идет, где выходит диск. Здесь нужно выравнивать, то есть еще одну вставочку. Для того, чтобы у нас, когда идет прилегание по шине или на верстаке. Сейчас покажу. То есть, чтобы у нас вот здесь не было выхода свободного, чтобы не вылетала пыль. То есть здесь нужно закрывать также вот эту часть. Это все продается, это все есть в наличии. Вот. На шине пила фиксируется. У нее есть такие барашки. Ну, из минусов, опять же, все вот эти крепления, они идут пластиковые. Пластик такой дешевенький и хлюпенький. Поэтому здесь нужно аккуратно выставлять все настройки, чтобы не сломать эти все пластиковые барашки. Пила фиксируется на шине для того, чтобы она у нас не болталась, когда мы будем по ней вести. Вот. Мои впечатления по этой пиле неплохие. Пила за свои деньги неплохая. Вот. За цену 15 тысяч рублей, в принципе, вполне себе отличный вариант. Для торцевания для доборов, для распила дверного полотна по длине и так далее. Отлично подходит. Вот. Для встраивания в верстак идеальный вариант. В принципе, это то, что я хотел рассказать в этом видео. Всем спасибо, кто посмотрел. Как эта пила в работе, вы можете посмотреть видео на моем канале. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по поводу этой пилы и какая у вас погружная пила. Подписывайтесь на канал. Всем пока.